Просто вот бывают какие-то еще, знаете, может быть, не устоявшиеся какие-то элементы техники, которые, конечно, если они там недотренированы, или были какие-то проблемы, или потерял какое-то движение, или была какая-то травма, знаете, все это обостряется именно в момент соревнований. Все вот эти мелкие ошибочки, все эти мелкие недочеты, они вылезают именно вот в момент такого наибольшего напряжения, именно в соревновательный момент.